Алло, здравствуйте, открывайся. Это я. В смысле? Блин, что происходит? А что такое? Позвони, ребят. Короче, всем привет, ребят. Сейчас мы встретим одну девушку. И не одну. В смысле? Она с кем-то идет? Да. Ее зовут Лора, и мы поведем ее на крышу. Она никогда в жизни не была на крыше. А на крышу вот примерно вон на ту, куда-то туда. Поэтому мы ее ждем сейчас. Со мной сегодня Андрей. Андрей, побрей. Where is my iPhone? Ты что делаешь? Ребят, кстати, смотрите, чехольчик себе новый прикупил. Стекло поменял, так как ебал свой iPhone. У Андрея дома танцевал и уронил iPhone. Я же как ворона. Ой, а ты что, поплакала, зай? Да, я плачу на всех. Моя зайка просто. На дороге, самая. Ой, еще одна зайка. Короче, вот эту маленькую девочку зовут Алиса. Ты что, теперь у нас блогер? Вообще-то да. Алло, ты что, зай? Ты где бухала? Глаз свечу. Свечу. А вот эту девушку зовут Лорочка. Ларуся. Ой, мы тут идем на светофорчик, зеленый свет. Смотрите, все ждут, все нас ждут. Поплакала и что-то там фиалка расцвела. Че, Андрей, а ты не расцвела? Я сегодня не плакала. Аллах Акбар. Мы идем в арку. В арку. Аркуем. Стартуем. Аня, у тебя хрипит голос. Хрипотца Кристина Агилера. Набирай, зай. Все работают. Здравствуйте, газета. Откройте, пожалуйста, я газету разношу. Я сейчас. А как? Ты что, блядь, ёбнулась? Че, еще раз ей позовет на тряпку попиться? Не надо, ты что? Чтобы угнать тебя сами. Алло, здравствуйте, открывайся. Это я. Алло. Поцелуй. А зайти мы такой? Где ты же мой зайк? Мой хороший. Мы идем это все. Согласен. Я захожу в лифт. Просто самый весь. Тут воняет писем. Ребят, просто подъезд в центре города. И лифт в центре города. Понимаете? Я не буду жать, только кнопки нажми. У меня клаустрофобия. А чё, нету железочки? Ну чё, готовы рвать? Преступники в законе. А мне прекрасно. Да ты залазь уже. И сейчас там сажу. Давай. Так, ты только держи. Держу. Белая ворона вылезла. Ой. Тихо, тихо, тихо. Ну что, как первый раз человек на крыше, первый раз. Девочки. Как у тебя впечатление? Да круто! Да? Да, очень круто. Ох. Андрей, а помнишь, здесь перила были? Их что-то случилось с ними? Матюшки. Страшно. Ой, мать родина. Ой, это красиво. Мама, Коль, там заборчик. Заботливая дочка. А тут может тряхануть током? Вот сыкотно. Мёртвенькими. Давайте реально ляжем вот тут. Фотки красивые замутим. Давайте, сейчас. Я в белом так-то. Ничего страшного, один раз живёшь. Для меня. Так. Ну что, Лора? Ну всё. Всё? Всё. Девственности крышной лишилась? Хорошо, девственность. Нет, сфоткай нормально.
он. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошечно. О, ух, ребят, здесь прям посидеть можно. Ты была на крышах? Ну, нет. Нет? Серьезно? Они такие неустойчивые. Алиса, я подойду. Я нет, как Рома. Нет. Ты больше со мной не пойдешь. Не подходи. Зай, нельзя. Как будто бы ты солнышко на ладошке держишь. Ставь ладошку. Давай, давай. Тряси больше, чтобы потом устал монтировать. Чего? Прям вот так вот снимай. Держишь и нет? Бармены все подряд льет по бокалам яд. Рома, ты знаешь, это самая дешманская реклама? Вот так. Вот это самое лучшее место. Вот, что-то самое, никто. Это кто-то, представь, будет такой, идет такой пьяный, в усмерть, упал такой, о, канал. Спина лежит, канал. Это Инстаграм. Казаком, вон. Вон мент стоит просто с казаком. Короче, мы идем за великолепной артисткой Долорес. Я стану популярным блогером, будешь моя ассистентка. Я тебя возьму на работу. И вы тоже. Да печеньку. Ты моя зой, Холюся. Как я без тебя буду? С голоду умрёшь. Ну, все. Трёшь. Вот это, кстати, кто у нас? Я Костя, визажист, работаю на заводе, на душе лежит к сцене. Безумно хочу выступать, хочу яркости, хочу красок, хочу выйти на сцену в парике, в платье, в сиськах, сказать добрый вечер. Понимаете? В сиськах, в платье. Это НТВ? Это Россия один. У России всегда один. Вы про Путина сейчас говорили о России? У России один. У России один, да. Мы приехали. Выходите. Давайте я поснимаю. Это Рома. Его репостнул, между прочим, кто? Шура Стоун. Да, а ты заметил? Умоляю. Уникально, ребята. Смотрите, мэр города, губернатор области рассматривает Волгоград с высоты птичьего говна. Почему еще не снесли? И пытаются понять, вот откуда дым? Из чьей жопы дым? Ты кто такая? Я легенда. Так, а провода не убейтесь, господа, провода. Господа, провода. Только увидел и сразу отвечу. Bitch, but I have my money. В смысле? Блин, что происходит? А что такое? Что там было? Да в смысле? Быстрее, прячемся. А где Андрей? Тише. Твою мать, а где Андрей? Что происходит? Голоса были. Голоса? Это в твоей голове голоса были, по-моему. Там лифт не сажай. Ну такие же, как мы кто-нибудь. Ебанутые. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это. С которых хрючево происходит. Довольно. Давайте, вот вы встаньте. Корреспондент. Долорес, леди Долорес, корреспондентка. Да, давайте. Довольно-таки неплохо. Ага. А у вас AirPods, да? Вы сами заработали? Ой, извините немножко. Ты видишь, горит. Да ты чё? Я не знал. Ну да, комментируй. Все хорошо. Люди настроены на лучшее. Да. Весело, конусы. Близко нельзя к ним прикасаться. Алиса, не приказайся. Полтора метра друг от друга. Ребят, через 5 минут мы заказывали курицу гриль. Сейчас мы получим. Андрей! Протечет людям, у них потолок это натяжной. Вонять будет. Через люстру спустят. Я так нарисую свою первую картину. Будет называться «Моча под потолком». Андрей! Нет, не моча, а нужно как-то красиво. Андрей, нельзя писить там. Андрей, вылезай! А где он? Друзья, сейчас мы будем проходить с вами картины испражнений. Да, Герман Шевич? Конечно, друзья. Возможно, что хламидии лечатся.
Герман Шович, правда говорю? Давайте освободим задний проход от этих... Пошли меня искать, там было очень смешно. Мы думали, ты пикакаешь. Мы думали, что он умер. Правда здорово? Чего вы, блядь, не стучите? Не стучите. Они не стоят, не стучат. Марась! Звони! Как мы круто слились от этих людей, да? Мне кажется, мы что просто... мы мрази. Мы просто съебали. Слышь, как они угорают. А где они? Давай это... Свет, свет, погоди, свет, свет. А что происходит? Вы что, серьезно? Мы во все этажи звонили. Вы что, все правда? Ты звонила в одну. Ну как дверь открыть? А я звонил в две. Слушай, Алис? У тебя много детей. Я позвонила, я звонила. Ты что, на все квартиры звонила? А ты что ты ешь? Конфетку. О, это надо, когда все идут, он один конфетку заточил. Ну, значит, тебя мама не учила? Дома съел. Позвони, ребят. Все, просто не двигаемся. Для охраны моего здоровья и моей клиники, да, Герман Шевич? Пробежали 2 метра и остановились, потому что красные машины, мы стоим, убегаем. Короче, такое у нас путешествие было немножечко. Такое, так себе путешествие такое. Давай, закончи Малышевой. Это было потрясающе. Это было уникальное путешествие, друзья. Маратик! Да? Ну я с вами больше никогда не пойду. Вы бьете свою супругу. Ребят, круто очень было. Надеюсь, вам понравится. Если ставьте вам не понравится, лайки, что-то на колокольчик. Колокольчик. Заказывайте мерч, бейте в колокол. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно включайте уведомления, пишите комментарии.